Отвали! Отвали, пожалуйста! Щенок вонючий! О, тварь! В этом ролике мы разыграем Гаррис Мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, Steam, Куёка, Kingdom Fire. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет, омлетики. Я люблю пельмешки еще, кстати, кто не знал. Написали в комментариях, чтобы мы записали что-нибудь с хэдкрабом, поэтому ваша любимая карта и классные хэдкрабы – выживание в школе Балди. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать, веселиться и угорать. Пацаны, в рассыпную все. И кто первый умирает от хэдкраба, тот конченый лох. И Дима первый умирает. Нет, нет, я не должен. Ты должен за оскорбление. Говно, воспринимай. Какое оскорбление? Оскорбление тот, кто первый умрет, а я все контролирую. Но если ты первый умрешь. Я не умру первый. Я так никак умрешь. В той серии. А может быть и так будет? Не, не будет, я не разрешаю так быть. Где это челепизжи? Я, короче, закрылся. Да? Ну да, спринт это вам хорошо идет, вам быстро бегай. Блин! Томат упал! Какой что? Томат? Томат? Что? Отлично, ребята. Фаер, беги! Ой, кто-то сейчас умрет, кто же будет конченым лохом? Я лох. А не, еще не умер же, я ж вижу, никто не проиграл. Лох, я этот... Печальный. Нет, ты не лох, но ты лох. Ладно, ребята, вы не воспринимаете, кто смотрит ролики, подумает, у нас просто как по-дружески, знаете так? Не в обиду, да, лох? Блин, ну никто не умер. Ну еще никто не умер. Вот кто первый умрет. Да фар сдох. Да не, у меня не высветилось. Он сдох вообще-то мне. Да не... Kingdom Fire, ты живой? Ну, он меня как-то убил. Как-то убил? Ну, короче, он моим трупом владеет. Да, а, владеет твоим трупом. Это странно звучит очень, но пусть будет так. Получается, пока когда он не спрыгнет с тебя, ты не сможешь этот... умереть. Нет, я возродился уже. А, молодец. Ну что, пацаны, их уже двое. Да, мне пофиг. А, я побежал в библиотеку. Ты же знаешь, что тут библиотека есть? Вот найти. Найдешь. Так, подожди, отсюда нельзя никак палить. Так. Я помню, на какой-то карте можно было так делать. Два хэдкраба гуляют по школе. Поразбиваем здесь стекла везде. Отлично. Здесь легко будет убежать. Дима. Алло, привет! Главное что, ребят, вот когда за вами бежит хэдкраб, вы не переживайте сильно. Сильно не надо переживать. Надо сильно убегать. Сережа, а ты где? Сережа, а ты где? Большой секрет. Ой, не хочу, чтобы кто-то там у нас еще раз проиграл. Сейчас хэдкрабы начнут убивать. Не, не начнут, Серега. Начнут. Нет, ты сможешь убежать, я в тебя верю. Тогда мне придется выживать и убивать. Серега, а ты же еще живой, не хэдкраб? Да, живой, я живой. Мы с тобой профессионалы, да, как всегда? Да. Ребята, обратите внимание, мы с Серегой всегда проигрываем предпоследнее. Я по звуку ориентируюсь, где они, и стараюсь максимально быстро убежать. Да. Ты молодец, Серега, я в тебя верю. Я, кстати, секретку нашел. Молодец. Пора мне убегать от драгона опять. Серега сегодня давай у нас решил хиты какие-то стрёмные писать, чуть ли там не убивать, сектор убивать, газа. Убивать. Давай, испоганься. Ты не сможешь, Серега, выжить. Знаешь почему? Потому что вы последний выживший, это буду я.
Нет, я в секретке сижу. Да? Да. А кто тебе разрешает в секретке сидеть? А, я. Ты я знаешь там секретку? Разрешаю. Блин, я прям слышу, как они бегают. Что, нашли тебя? Драгон, иди в жопу, иди в жопу. Дарк Драгон, пожалуйста, Драгон. Ну убей его. О, идите в жопу. Серега, ты еще живой? Живой, живой, убежал. А Драгон... В жопу иди. Конченого. Пацаны, я в одном из кабинетов. Вот сколько кабинетов в этой школе? 20 где-то? 15? Меньше. Меньше? Ну, 15 классов, я думаю, можно прочекать. Серёжа, ты опять где спрятался? А Серега в одном из классов сидит, как и я. Крыса. 16. 16 даже. Плюс, да. Ну что, пацаны, я не слышу, чтобы вы искали классы, не открывали двери нигде. Я в 54-м. Всё, Драгон, иди в жопу. Когда останется один выживший, можно использовать оружие, согласны? Согласен. Серега, ты живой? Дима, да, я живой. Ну, я думаю, что я оружие буду готовить уже. Я тоже. На говно похоже. А какое именно? Я до сосредоточения даже не хочу, ты говорить не хочу. Ну, давай ищи ты, или ищи, или не ищи. Пацаны, вы что, не можете найти двух человек на этой маленькой картишке? Да. Я уже подготовил оружие, но... Ну, Серега. Че, убили кого-то? Я так понял. Меня поймали. Ищите меня и Серегу. Серега, ты на В, надеюсь, никуда не залетел? Нет. Потому что тебе написали, что ты читер. Пока. Нашли тебя? Вонючий хэдкраб. А кто меня убил? Это Friendly Fire. Хэдкраб собственный. Говно. Ну что, Серега, ты живой? Да. Блин, я, ребята, в таком месте классном сижу. Надеюсь, поймали. Я буду самым последним. Нет, это не Серега. То же самое поймали наш. Я живой, Дим, еще. Давай, Серега, я в тебя верю. И ни одного звука не издаю, даже боюсь шевелиться. Да хочу прожить очень долго. Секунд. Сижу на нычечке. Никого не трогаю я. Подсказка. Не, я хочу, чтобы вы Серегу убили, а потом я дам подсказку. Секунду. Ну, то, Серега, ну, King of Fire, ну, не убивайтесь. Серёжа? Я ему просто отомстил. Иди в жопу. Ну, Серега, ну... Чё ты за мной вечно ходишь, так а? Так убейте его. Вы можете убить человека? Я убегаю. Ну, убейте, окружите его. Я от Драгона ушел, я от Радикса ушел, я от Димы вот ушел. Ну, Серега, ну, блин, да ну хватит подписывать их. Ну, пацаны, ну убейте его. Если бы я был бы уже... Они сами себя убивают. Крабом, я бы убил его уже. Сами себя убивают, каннибалы. Вонючие. Серега, ты догадываешься, где я? Ну, примерно, да, ты в секретной комнате, скорее всего. А ты тоже про нее знаешь? Да. А. Ну, как это пацаны не знают? Лентяи. Так, я слышу, как Серега кто-то гоняет, но не может его убить. Фух. Серега, ну ты же живой. Пацаны, вы можете убить Серегу? А ты где именно находишься в секретной комнате? А ты мне не можешь найти... А я, кстати, тебя вижу. Ты вышел с комнаты. А, это не ты? А какой у тебя скин? Я хэдкраб. А. Серега, у тебя какой скин? Папайрус. А, так это Серега был. О, Серегу убили. А, блин. Да ну что ж такое, ну Серегу. Дима, видимо, мы с тобой это... Лучшие игроки, да? Да, и останемся. Крыс голимые. Я вообще зашкирился, как конченый. Ну ты зашкирился, я убегаю от тебя. А, оружие ж нельзя использовать, блин. Серега, ты где? Я... Они меня окружили, Серега. А где? Умочить Диму. Я бегу за всей силы. Ну, пацаны, ну отстаньте, пожалуйста. Я вам ничего не желаю плохого. О, тварь! Тварь, мимо. Ребята, я убегаю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
Мне так стрёмно, когда я убегаю. Отвали! Ты не должен меня убить вообще. Серега, ты где? Я в кабинете. В каком? В секретном. Ты не должен обманывать, ты же честный человек. Ну вот, я честно говорю тебе. А ты че на дверях стоишь, а? Ты че на дверях стоишь? Да нет, челик меня чекает. Ну давай, это кто, Стим Куёко? Давай, 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 иди сюда. Не могу найти. Фига ты. Эй, Дима. Я еще жив. Отвали! Отвали, пожалуйста! Щенок вонё... А, тварь! Да, Серёга, я умер! Всё. Да как так-то? Серёга! Да прекращай! А, вот так, значит? Он умер, он умер. Серёга умер? Нет, вы меня не убили, вы меня не убили. Ладно, давайте, чтобы мы Серёгу убили. Серёга, давай, у тебя ещё один шанс. Если сейчас ты проиграешь от своих пуль, это уже будет считаться за проигрыш. Скажите, где он будет? Читаем 5, 4, 3, 2, 1. Серёга, битва началась. Мочите его. Эту тварь. Ем взрывов, пацаны. Не-не-не, Серёга не будет взрыв делать, он же нормальный челик, он должен выжить. Пусть выживет. Да, челик? Сережа. Ого, а что он там делает? Что? А что он взрывает такое мощное? А где он, скажите? Я вообще не знаю, где этот человек. Запутана какая-то карта. Кухня. Ты в кухне? Ребята, ну что, победила дружба. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим ролики еще. Трек, как всегда, в тайминг попал. Молодец.